после письма президента Турции в наш адрес принято решение начать процесс нормализации отношений с турецкими партнерами. Хотел бы начать с вопросов туризма, хоть и звучит это на фоне активизации террористических элементов. Тем не менее, административные ограничения в этой сфере мы снимаем. И прошу правительство Российской Федерации начать процесс нормализации торгово-экономических связей с Турцией в целом. Президент Турции заверил меня в том, что турецкое руководство сделает все, что от них зависит, для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан на территории Турецкой Республики.